Я приехал к деду в гости. Ух ты, щавель. Ух, малина. Овощ в форме цепелина. Кабачок, я помню деда. Я шататься до обеда. Ух ты, речка. Ух, ромашка. Ух, соседская Наташка. Красит ставни и ворота. Ух, узнала, ух, дерется. Ух ты, солнце, ух ты, лето. Я почти забыл все это. Сказала мама, дважды за три дня, купив домой отбеливатели жидкие, что хорошо бы пропитать меня грязеотталкивающей пропиткой, что надо поскорее изобретать, а то она с ума сойдет за лето, и премию придумавшему дать, которая в честь Нобеля Альфреда. Наверное, действительно пора, поскольку мать не верит мне, к тому же, что, падая с забора, я вчера и правда не прицеливался в лужу, и в то, что не валялся на спине, а ползал под захлопнутой калиткой. Наверное, и в самом деле мне жилось бы беззаботнее с пропиткой. Пока в нашей речке берега, заросшие рогозом, атакуют, ученые, вы ж можете, ага, изобретите кто-нибудь такую. Ученый Витя все исследует вокруг, так что очень извините, если что-то где-то вдруг взорвалось и поломалось, и отправилось в ути. Витя всякую бы малость да малеку развинтил, но вчера и мы немножко удивились, так, слегка. Витя, где хотя бы крошки яблочного пирога? Может, это я нескромно любопытствую, сынок? Но ведь все-таки огромный, целый яблочный пирог. Я не собирался лопать весь пирог-то от и до, а провел над блюдом опыт. Вдруг с ним что-нибудь не то. Ты пойми, расчет был точен, но для маффинов и сдох даже. Мама, это очень нестабильный изотоп. У Леры кот, у Вадика шиншилла, а у меня в шкафу живая моль. Кого котами удивишься часто? К тому же моль не прыгнет из окна. Но я волнуюсь, потому что часто ест всякую синтетику она. Нет, моль еще пока что не болеет, но я боюсь, что может быть гастрит. Здоровая растет и не хандрит. Конечно, тут привыкнешь есть в ползуба, когда кругом носки одни и те же.
отцу король пронесся гневно, растолкав советников ряды. Змей Горыныч выгнал королевну, присланную в качестве еды. Выгнал королевскую особу и ответил: без обиды драм. И король прислал такую, чтобы показать не стыдно в инстаграм. А твою пришлось отправить к маме. Я опять голодным спать пойду. Ты ж, король, и сам бы в инстаграме выложил красивую еду. А твоя в тарелку лезла злая, даже не причесана никак. Это ж не принцесса, я не знаю, это же какой-то доширак. Настя Шафран. Зрители!